Не всегда в почве содержится достаточное количество питательных веществ. В таких случаях, чтобы получить хороший урожай, необходимо прибегать к помощи специальных удобрений. При этом они должны не просто обеспечивать растения необходимой питательной поддержкой, но и не наносить ущерба окружающей среде. Для увеличения урожайности специалисты рекомендуют использовать биоактиватор роста растений BioGrow. Комплексное действие позволяет улучшить урожайность картофеля почти на 50%, огурцов – на 79%, а капусты – на 20%. Новейшая разработка в аграрной отрасли подходит для выращивания как овощей, так и фруктов. В состав биоактиватора роста растений BioGrow входят только экологически чистые компоненты. Эта подкормка разработана с учетом потребностей культур в питательных элементах. Она ускоряет их рост и развитие, повышает устойчивость к факторам внешней среды и подходит как для домашнего, так и для промышленного использования. Добавка прошла все необходимые испытания и тесты, которые подтвердили ее высокую эффективность и абсолютную безопасность для окружающей среды и здоровья человека. Разработчики утверждают, что всего за 2-3 внесения можно удвоить показатели урожайности и вызвать обильное цветение у декоративных растений. Многие покупатели уже оценили удобство и эффективность препарата. Они утверждают, что подкормка действительно улучшает самочувствие растений и позволяет получать богатые урожаи. Плоды, выращенные с помощью удобрения BioGrow, не содержат нитратов и могут без опасения приниматься в пищу. Ссылку на биоактиватор роста растений BioGrow смотрите в описании под видео.